начинаем нашу рубрику «Где поесть?». Решили сегодня попробовать местную кухню. Очень много стоит народу, значит, здесь точно должно быть вкусно. Это забегаловка или ресторан, если это так можно назвать, находится прямо на берегу моря. Мы решили вот взять себе какой-нибудь супчик или что они тут предлагают, лепешки, и потом проводить закат, потому что место здесь самое лучшее. Итак, здесь предлагают какой-то суп, наверное, с ягненочком, хлебушек. Вот так вот все это накладывается в такие миски. Миски, как я понимаю, потом эти нужно будет обратно сдавать. А, нет, их нужно будет потом сюда выкидывать. И они, наверное, потом их моют и опять утилизируют. Но очень странно, что здесь две лавочки, два ларечка. И вот возле одного очень много народу, а возле второго один одинокий мужчина сидит. Ну, наверное, все-таки здесь это пользуется популярностью. Очень классно, что здесь не нужно ждать заказа. Вот мы попросили налить нам супчика, и она тут же наливает прямо при вас. Смотрите, все из такого чайничка. Наливается. Короче, мы заказали суп с ягненком. Это что-то, наверное, на основе, может быть, гороха или бобов. Добавляется туда зелень. Эса. Да, и суп. И уксус тоже добавляется. А с этой стороны, наверное, какие-то лепешки даются. А вот здесь можно заказать какой-то напиток. Что-то типа лимонада. Месье, s'il vous plaît, aussi une pièce. Mais ça, c'est son alcohol. Merci beaucoup. Эвелия, попробуй это. Попробуй, что это. Это, наверное, очень вкусно. Эвелия пробовать боится. Буду рисковать на свой страх и риск. И пробую. Это вкуснейший лимонад, вкуснейший напиток из ягод. Эвелия, это очень вкусно. Попробуй скорее. Юлек, ну что, мы можем идти уже? О, смотри, пикант можно добавлять. О, c'est très bon, très bon. Un petit peu. Juste pour avoir le goût. C'est donné le goût. Voilà, comme ça. Какой красивый суп, да? Сейчас все будем пробовать. Merci beaucoup. Эвелия сейчас такая странная стала. Она начала бояться собак очень сильно. И очень сильно начала бояться машин почему-то. Я не знаю, что с ней происходит. Она всего теперь боится. Это жесть какая-то. Так, кто-то нервничает. Короче, ребят, тут прям такая суета вечером. Ну что, пойдем пробовать. Пойдем пробовать супчик, как говорится. Он очень горячий. У меня прям рука отваливается. И вот все местные люди сидят здесь, провожают закат, кушают супчик, кушают все, что они купили, и сидят вот на таком вот пляжике. О, как раз начинается закат. Закат, конечно, гениальный. Вот такой вот у нас будет сегодня ресторанчик под открытым небом. Юль, скажи, пожалуйста, сколько ты заплатила? Я заплатила, я даже не посмотрела. 150, по-моему, все вместе с хлебом, который внутри. Показывай хлеб. Пол хлеба. Каждому... О, каждому по пол хлеба. И напиток. 150, это получается 3 евро. Мы заплатили за вот эту вкуснятину. Ну что, ребят, за амбиенты, то есть за красоту, за атмосферу я уже готов поставить 10 баллов, потому что очень мало ресторанов, которые реально можно найти прямо на берегу моря. Видите, в основном это на первой линии, невозможно просто так взять и сесть. Все сделано для людей, то есть не рестораны ставятся на пляжах, а именно люди, простые люди могут заходить на пляж и смотреть на закат. В прошлом видео вы, наверное, смотрели, как мы находились на Пемзе, на лавовом острове, и там не было вообще людей, хотя пляж гораздо больше, чем наш. А сейчас мы находимся возле нашего дома, недалеко от нашего дома, в 2 километрах, и вот это пляж публичный, который находится недалеко от нас. А Эвелии мы купили хот-дог. Сколько он стоит, наверное, так же? 50. То есть, получается, он стоит 1 евро. Но интересный факт. Они напротив, и он не знал, что я уже там была, и он говорит, 170, я говорю, было 60, он, да, я думала, вы хотите 2. А, то есть они хотели нас обмануть, вместо 60 взять с нас 170. Юлек, ну что, твое мнение по поводу супа? Очень вкусно. Очень вкусно? Да. Так, ребята, музыка начинает. Ну, теперь я пробую свой суп. И говорю свое мнение. Он обалденный. Похож на наш обычный суп гороховый,
и с мясом ягненка, которое, в принципе, не так прям густо и много нарезано. И такая небольшая острота. Очень вкусно. Да, хлебушка не помешает, чтобы помакать туда. Чувствую себя настоящим африканцем. Но это, наверное, как раз и вот и есть самая настоящая африканская еда. Ребят, вы, конечно, можете назвать нас дикарями, но я по еде ставлю здесь 10 баллов. А сколько ставит Юля? 10. Начинается закат. Когда идет закат, очень быстро садится солнышко, видите, его прям можно как будто потрогать руками. Как красиво. Какая красивая полоска света идет, смотрите. Конечно, за обслуживание мы ставим твердую десятку, потому что ни в одном из ресторанов и отелей вас не обслужат так быстро, как здесь. Подошел, налили, заплатил, ушел. 10 баллов. Вот, ребята, футбол играет. Вы понимаете, что потом из таких людей вырастают настоящие Рональдо и Зинедин Зиданы, которые гоняют бутылками по пляжу. И им так классно, они туда песок засунули и гоняют его. Пока пацаны бегают, уже солнце садится. Надо бы вам еще закат чуть-чуть показать. Вот оно, солнышко очень быстро садится. Буквально пару минут и все. Очень красиво. Все-таки, ребят, не понимая мы, что туда добавляют. Похоже, что-то то ли перловка, то ли горох. Вот это вот большие куски, это ягненок. Есть еще вариация с курицей. Но очень похоже на перловую кашу какую-то. Острая. Прям конкретно острая. Мы еще этого острого соуса добавили. Но очень вкусно. Очень интересно, конечно, наблюдать за жизнью местных людей. Тоже даже, видите, местные алкоголики сидят тут, водочку пьют. Сейчас заметили. Водочку, стопарики. Все как у нормальных людей. Ребят, в общем, будете на Маврике, обязательно пробуйте такую еду. Не стесняйтесь. Атмосфера 10. Цена, качество 10. Даже детям здесь нравится в таком ресторане. Вкус обалденный. Обслуживание быстрое. Место расположения огонь. Так что смело даем 100 баллов этому прекрасному заведению. Подписывайтесь на наш телеграм-канал Кузьминов Новости. Пишите ваши комментарии. Обязательно слушайте мои песни на Spotify. И берегите себя. Водопадами, водопадами. Не вернуть ее серенадами. Не покажет вида, как больно внутри, дерзает, смотри.